В этом видео мы хотим рассказать про кронштейны вертикальной установки под популярные модели водооткачивающих помп. Дело в том, что большинство таких насосов предусматривает крепление основы на горизонтальную поверхность, однако не у всех есть желание делать отверстие в днище лодки. Под популярные модели помп от производителя TMC мы делаем специальные кронштейны из нержавейки для вертикального монтажа. Достаточно снять основание, совместить отверстия и закрепить с помощью болтов и гаек, желательно нержавеющих. При этом заборник помпы почти не становится выше, что важно для ее работы. С помощью такого кронштейна можно закрепить помпу на переборку или другой вертикальный элемент корпуса лодки. Совместимость кронштейнов с помпами смотрите по ссылке в описании к этому ролику.